Хоккейный клуб «Югра» потерпел домашнее поражение. Накануне подопечные Вадима Ипанчинцева провели первый матч в домашней серии. Соперником югорчан была команда «Молот Прикамье» из Перми. К слову, один из аутсайдеров чемпионата. Игра выдалась скудной на заброшенные шайбы, и решающей стало единственное взятие ворот. Случилось это во втором периоде. Команда из Перми воспользовалась численным преимуществом и повела в счете. В третьем периоде «Югра» пыталась захватить преимущество над соперником, но так и не смогла довести атаки до логического завершения. Итог 0-1. Югорчане потерпели второе сухое поражение в сезоне.